Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. С 20 июня в Кировской области нельзя продавать алкоголь в небольших заведениях в домах. Вступит в силу новый региональный закон. Он запрещает заведениям общепита в жилых домах продавать спиртное, если зал для посетителей менее 30 квадратных метров. Чиновники поясняют, что нельзя продавать и пиво. И предлагают тем, кто хочет продолжить торговлю спиртным, привести свои объекты общепита в соответствие с региональным законодательством. То есть расшириться или переехать. Штраф за нарушение закона 20-40 тысяч рублей для должностных лиц, 100-300 для юридических. Программа «Экономика». В ТПП проверяют, как в торговых центрах соблюдают меры безопасности. Специальные комиссии посещают торговые центры, представители которых подписали декларацию соблюдения санитарных норм. В комиссии, помимо членов ВТПП, представители городской администрации, областного правительства, а также медуниверситета. Накануне они побывали в торговом центре «Глобус». Комиссия отметила, что там звучат объявления с просьбой соблюдать дистанцию. На входе есть санитайзеры и маски. Есть разметка, указ. Записываются данные термометрии, закупленные обеззараживающие лампы и облучатели для воздуха. Замечания возникли лишь по поводу отсутствия на антисептиках данных о сроке годности. В целом комиссия осталась увиденным довольна. Представители торгового центра отметили, что пренебрегают мерами безопасности посетители. Некоторые даже отказываются от бесплатных масок. Вятская торгово-промышленная палата продолжит соблюдать свои обязательства по контролю за выполнением положений декларации. Экономика на 101 FM. Мэрия может получить больше полномочий для сноса киосков. Это будет предусмотрено новой редакцией правил внешнего благоустройства. Пока принять документ не могут, несколько месяцев он проходит согласование. Но если он будет одобрен, город сможет за свой счет сносить объекты, не дожидаясь, когда это сделают их владельцы. Об этом было заявлено на заседании комиссии Гордумы по имуществу. Власти смогут убирать киоски, не попавшие в схему размещения нестационарных объектов. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 69,62. Курс евро 78 рублей 29 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.